Всем салют, с вами я, Гуд. Ну что, тизер-постеры к фильму «Человек-паук. Нет пути домой» уже заполняют мир. Они замечены не только в Австралии, но и во Франции и Великобритании. Кстати, даже Том Холланд лайкнул это фото с тизером на автобусе. Может потому, что он, как-никак, англичанин, ну то такое. Все больше появляются также и другие промо-материалы. Все-таки пора уже. А вот появилась информация, что официальные постеры к фильму «Человек-паук. Нет пути домой» уже готовы. И они ждут своей публикации с минуту на минуту, как видно вот на этом скрине почтового трекинга. Указан их размер, а также дата – 6 ноября. Как вы заметили, я сказал «постеры». Даже скажу больше – 3 постера. Потому что здесь также указано, что их 3 штуки. Будут ли они разные? Надеюсь. Хотя может это просто 3 экземпляра одного плаката. Мало того, немало внимания привлекло и то, что написано внизу. А именно, Питер Паркер принимает на себя величайшие испытания, когда он встречает как друзей, так и врагов из разных миров. Человек-паук занимает центральное место на официальном плакате фильма «Человек-паук. Нет пути домой». Обратите внимание, друзья и враги из разных миров. Я думаю, что тут не стоит ничего объяснять. Врагов мы знаем, да и друзей тоже. Означает ли это, что паучков Тоби и Эндрю также отобразят на постере? Ну или хотя бы намекнут? Посмотрим. Наконец-то все зашевелилось, информации все больше и больше. Хорошо это или плохо, каждый решает сам для себя. Кому-то это нравится, а кто-то просто ждет фильм и не обращает внимания ни на какие сливы, утечки или какую-либо иную спойлерную информацию, чтобы не портить себе впечатление о фильме. Вот так. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо. Всем пока.